Неправильно. Исаев. Повернись. Исаев. Давай, меняй, меняй трикон. Или трикон может быть. Дома. Бутылка, вещи у секунданта. Я скажу сейчас, что убрал. Рома, завтра взвешивание, 100 килограмм. Хорошо. Рома? Вы не сочините, потому что я отвлекал, я жду полугода. Минута пошла. Пока же ничего, будешь до пока. На поверхность билет выплачивает. Не спеши с оценкой. Поверь, что вы не так, чтобы они на полках свои смыслы. Жандею. Дома, не на бокового, на руководителя. Не спеши ты. Ты показывай ничего. Мазуртам. Как свистопляешь, как ты спешишь там. Нормально же. Минзико. Зовут и Аван. Асадович, я не на взвешивании, да? О, так бывает, что ли? Это что за дела? Я буду подавать протест. Да. Нету, нету меня, я знаю. Оставьте меня. Я в отставке. Вон есть, молодец. Паш. По судейскому возрасту я уже стар. Приготовиться. Отбили у мужчины кушение. Морал у вас.
передачу и удержал у него за ковро. Два синего. Нет, смотри, два синего. Если на ковре я видел отсюда два синего, а вот он уже за ковро. Или на ковре он сделал, и я перевернул. Если он успел на ковре, то это два синего, два красного. Если не успел, то это два синего. Два синего только. Он потом уже за ковром сделал, я видел так. Он за ковром уже делал? Я отсюда просто... Он же там лягнул уже. Да. За ковром он уже. Все. Два синего. Теперь поставь 4 балла. Нужно оценку поставить сначала, а ставь сюда, это уже челлендж. А как теперь понять, они выиграли или проиграли? Ты поставь, все, я хорошо. Тебе скажу. Gracias por ver el video.